В Набережных Челнах хотят построить агропромпарк с площадкой для проведения ярмарок. Планируется, что он разместится на улице 40 лет Победы. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщила начальник потребительского рынка исполкома Раиса Султанова. Она отметила, что создание такого парка необходимо из-за высокого спроса на сельхозпродукты. Также исполнительным комитетом определены еще два земельных участка на ипподроме и в поселке Зябь, на которых планируется организовать ярмарочные площадки. Речь идет о создании стационарных торговых площадок в трех микрорайонах города со всей необходимой инфраструктурой. Мы обратились в правительство Республики Татарстан, к президенту в части оказания помощи и поддержки. Пока ярмарки будут проходить в привычном режиме и на прежних местах. Торговые ряды развернутся на стадионе «Строитель» недалеко от ипподрома и агропромышленном парке «Южный». С 15 сентября до 23 декабря фермеры будут продавать мясо, мед, овощи и другую продукцию. Весь товар до поступления в продажу проверят ветеринары.